Всем привет. Так, где тоже неделю я не курю. Что сказать по этому поводу? Трудно было на третьи сутки. На третьи сутки было ощущение похмелья какое-то. То есть бывает вот похмелье от алкоголя, но это похмелье такое без мандража, без тошниловок. Ну, что-то в организме такого вот происходило, такое что-то подобие похмелья такого. Довольно-таки неприятно, тяжело. Ну и, честно говоря, я не удержал, сигаретку выкурил, стал в хлам минут на 20. Но все, потом больше я не курил. Вроде как после третьего дня стало полегче. Все это терпится нормально. Но, скажу сразу, ваш организм, когда вы бросаете курить, он ничего от вас не требует. Он не хочет, чтобы вы закурили. Ваши легкие не хотят, чтобы вы курили. У них нет желания затянуться. Я не знаю, что там. Понос не появляется у вас от того, что вы не курите. Я не знаю, там еще что. Все это в голове. Вот в голове это как раз хотят и легкие ваши покурить, и организм ваш плохо живет, что вы без сигареты. Это да, это вот с головой бороться тяжелее всего, я бы так сказал. Это вот как договориться со своей головой, это, не знаю, у меня еще до сих пор это не решено. Вот это вот практически неделя. Я хоть и обещал снимать каждый день, но смысла каждый день снимать нет. И все это выкладывать. Это что-то одно и то же. То есть хочется курить везде. То есть телевизор смотришь, раз рекламка налетела, все, во время рекламы нужно вскочить, побежать и покурить. Там, я не знаю, если ты работаешь, опять же, все это, как я и раньше говорил, делится какая-то цикличность. Один цикл заканчивается, после этого цикла нужно покурить. Вот это вот все в мозгу сидит, это все мешает, это переносится довольно-таки тяжело. Голову взять, вот отрубить и положить рядом, вот это было бы нормально. Это бы не хотелось ни курить, ничего, было бы все прям изумительно. Все это сидит в мозгу, очень здорово мешает. Как с этим справиться, я, честно сказать, не знаю. Курить хочется всегда, это то же самое, что, ну да, там не то, что всегда, это кажется, наверное, всегда. Например, раз в час, это то же самое, все так же до сих пор хочется курить, это довольно-таки сильно. И это все вот в голове ваш, в голове ваши легкие заставляют вас курить и все такое. Смысла дальше снимать ежедневно или там понедельно я не вижу. Я думаю, что снять следующую уже, как говорится, вот сейчас неделя, еще 3 недели, ну, как говорится, конец месяца, какие у меня будут ощущения, будет ли это легче или нет. Но пока, ну, организм ничего, он не хочет этого. Он не хочет ни курить, ни пить, хочется это все в голове. Так что, если вы бросаете курить, договоритесь со своей головой, договорились со своей головой, все, вопрос решили, вы сумеете курить бросить, пить бросить, все что угодно. Так, также спасибо людям, которые мне уже, как говорится, в поддержку перечисляют денежки, под ссылочку я внизу, вернее, не ссылочку, а номер телефона я укажу, на который можно, если вы хотите перечислить денежки, я укажу. Спасибо за поддержку, ребята. Ну, на этом все, наверное. Почитайте описание видео. Все, спасибо вам, ребят. Подписывайтесь на канал. Буду вам благодарен. Хочется развить, как говорится, канал. У меня еще своя мастерская есть. Будем там еще что-то снимать. Все, спасибо, до свидания.